свет. Разор универсального вот такого перфа ключа. Значит, это я примерно выложил ключи с похожим профилем. У них у всех одинаковый профиль. Названия ручки разные. Даже мне удавалось, я тестировал, открывать мультилок интегратор. Это обычный 7 на 7, это копия китайская. Ну и остальные простые все замки. Значит, вот один ключ, в комплекте ключ, вороток и пачка фольги. Процент открытия примерно 80-90%. Все равно могут встречаться замки, которые таким методом не открываются. Вот, сейчас попробуем конкретно на данном мультилоке открыть его. Пробуем мультилок 0.06 фольгой. Вот так можно открыть замок мультилок. Так. Герда. Модель Герда H+. Хочу дать акцент, что на мультилок я делал большую нагрузку, на более простые замки я вообще практически нагрузки не делаю, поэтому мультилок у меня открылся так быстро. Китайцы, просто качаем их, и они открываются тоже как родным ключом, без всякого сопротивления и нагрузки. В принципе, все эти замки, ну, вот этот можем открыть. Вот этот я открывал МВМ, он у меня не открылся, сейчас покажу почему. Здесь высокие пины, фольгами моментально передавливаются. Если вот такая кодировка, сейчас попробуем открыть, ну, они в принципе идут нормально. Но обратно же, я попробовал один раз, больше не пробовал, поэтому при желании его открыть можно. Ну, можно потратить, скажем, пару свертов и замок откроется. Это по опыту уже можно говорить. Вот так оно все работает. Поэтому вот такой универсальный перфоключ. Всем, кому надо, контакты и ссылки будут в описании к видео. Всем пока.